Вітаю вас, шановні друзі, вітаю вас, миколаївці. Кожен суботний вечір віднедавна ми присвячуємо культурно-мистецькому життю нашого міста, а воно у нас цікаве і різнопланове. Це доводить і наш сьогоднішній гість. Хочу вас познайомити з Олексієм Павліщевим. Це художній керівник та режисер театральної студії «Ноек». Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії, рада бачити і хочу вас ближче познайомити із нашими глядачами, а глядачів із вами, тому для вас візитка. Олексій Павліщев, художній керівник і режисер театральної студії «Ноек» Миколаївського товариства єврейської культури, викладач кафедри видовищно-театралізованих заходів Миколаївського коледжу культури і мистецтв, режисер масових заходів, магістр культурології. Я коли готувалася до цього ефіру, хотіла знайти день народження студії «Ноек» і не знайшла його. Чому, Олексію? Дело в том, что театральная студия «Ноек» рождалась, создавалась не на пустом месте. Она создавалась на базе молодежного клуба Николаевского общества еврейской культуры, которое существует с 1991 года. И не одно поколение молодых ребят сменилось в этом молодежном клубе. И вот в один из моментов, в 2009 году, туда пришел я. И театральная студия была только одной из областей всей работы молодежного клуба, поэтому как таковой даты конкретного рождения театральной студии ее не было, поскольку клуб существовал, и я предложил только новое веяние ребятам попробовать себя в театральном искусстве, и так получилось, что со временем молодежный клуб перерос или трансформировался в отдельное как бы направление театральную студию, но при этом продолжил существовать в рамках молодежного клуба, и многие ребята, которые приходят в молодежный клуб, не являются участниками театральной студии, и точно так же те ребята, которые приходят в театральную студию, не являются участниками молодежного клуба, но в самом Николаевском обществе еврейской культуры и молодежный клуб, и театральная студия между собой гармонируют, в основном пересекаются участниками, и театральная студия является на сегодняшний момент одним из направлений работы молодежного клуба, поэтому сегодня мы говорим о театральной студии, но говорить отдельно от молодежного клуба о ней просто не приходится, поскольку это одно целое. Навіть и назва у вас майже спільна. Да, но на самом деле так и есть, и не только с молодежным клубом. Вообще «Ноек» — это аббревиатура Николаевского общества еврейской культуры. Когда мы думали, как назвать театральную студию, мы решили не отделять это название от общины, поскольку мы не являемся автономными, мы являемся частью общины, мы являемся непосредственно вышедшими людьми из этой общины, и, конечно же, вся наша деятельность в основном направлена на благо общины, для того, чтобы радовать наших зрителей новыми постановками, спектаклями, и мы решили, что это название будет объединяющим, поскольку мы не можем определить возрастную категорию, несмотря на то, что у нас молодежная студия в основном, но мы иногда привлекаем и очень маленьких деток из нашей общины, и достаточно возрастных людей, если нам необходимо для спектакля, поэтому говорить отдельно о молодежном театре в рамках Николаевского общества еврейской культуры нельзя. Мы и есть Николаевское общество еврейской культуры. Отже, в принципе, ваша студия уже діє такий, ну, доволі тривалий термін. И у вас же склалися свои традиции. Да, конечно. Да. І одна із таких традицій, можна я скажу? Да, пожалуйста. Одна із таких традицій – готувати щороку, готувати виставу саме до цього дня, в який виходить і наша програма, до 27 січня, до Дня пам'яті жертв Голокосту. І от цього року ви також готували виставу. І такі вистави відбуваються у вас щороку. Да. Відео до однієї з них є у нашій студії, я прошу подивитися. Мы видим ужас той войны. Мы слышим стоны миллионов, да, звуки, как же вы земны. Вы разбудили погребенных. И сквозь завесу поколений к нам тянут руки млад и стар. Что за ужасные мгновения? Да будь ты проклят, Бабий Яр! Да будь ты проклят, Бабий Яр и все, кто это сотворили! Как громко стонут млад и стар. Невинных жертв за что убили? За красоту? За талант? Да и за собственные мнения лежит здесь Изя, музыкант, Олеся, чудных дум стремления, Иван, своей прямотой, так надоевший этим гадам, Сергей, Иосиф, Катя, Ада. Всех невозможно перечесть.
Я вижу, зал уже рыдает. Он понимает слово «месть», но все же прощения желает. Простить не значит позабыть. Отже, сьогодні ми говоримо про виставу, яку щороку випускає театральна студія «Ноек» до 27 січня, до Дня пам'яті жертв Голокосту. І сьогодні ви також готуєте таку виставу цьогоріч і будете її показувати, і не тільки виставу. Да, каждый год 27 января, в День пам'яті жертв Холокоста, ми готуємо літературно-музикальну композицію, посвященному цьому событию. Но наша литературно-музыкальная композиция проходит в рамках мероприятий, посвященных этому дню, поскольку это очень знаковое событие для всего мира. И в Николаеве есть особое место, которое мы чтим в этот день. Это в районе современного зоопарка, где было в 41-м году место расстрелов николаевских евреев. Мы установили памятник, и ежегодно мы едем к этому памятнику возлагать цветы, проводить митинг. И в нашем зале, в зале Николаевского общества еврейской культуры, мы показываем нашу литературно-музыкальную композицию. И вот фрагмент, который мы видели, это был спектакль «Трагедия, которую позволили произойти» по жизни Януша Корчика, знаменитого польского педагога, да, который вместе со своими детьми из дома сирот погиб, не оставив их до последнего, хотя у него был шанс. И вот об этой человечности, об этих событиях, которыми был переполнен вот это слово «Холокост», одним из этих вот судеб и был посвящен этот спектакль. Ну, собственно говоря, и цьогоріч ви також підготували виставу. Да, вона називається, чому присвячена? В этом году наша літературно-музикальна композиція називається «We Remember». Мы помним. Это неспроста такое название. Дело в том, что несколько лет уже запущен в социальных сетях, запущен флешмоб израильтянами, людьми, которые пережили Холокост, с просьбой помнить о тех событиях, которые произошли. И основная цель флешмоба – это сфотографироваться 27 января, сфотографироваться с листком бумаги, на котором написано «We Remember», выставить в социальные сети с хэштегом «We Remember», для того, чтобы поддержать как бы всех тех, кто, к сожалению, очень быстро уходит от нас, очевидцев тех событий, и всегда помнить о том, что это было, поскольку, готовясь в этом году к мероприятию, было очень сложно, поскольку смена актеров у нас произошла, но это логично, люди вырастают, некоторые уходят, некоторые приходят, и вот с молодыми актерами очень сложно работать в этом ключе, поскольку помимо художественного наполнения у нас все-таки есть еще и историческо-педагогический какой-то момент, поскольку на пустом месте говорить с людьми о таких событиях очень тяжело и неправильно, их нужно к этому подготовить, и вот в какой-то момент мы столкнулись с тем, что некоторые просто даже не знают уже значение слова «Холокост». Давайте подивимося ще один фрагмент вистави, а потім продовжимо розмову. Так, звісно. І от оно. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. Ну, вы же знаете. Польское независимое государство прекращает свое существование, и на его территории начинается планомерное уничтожение еврейского населения. В Варшаве и в других городах фашисты организовывают так называемые гетто. У вас студія молодіжна. А на кого розраховані ось ці літературно-музичні композиції? На яку аудиторію? Ну, якщо говорити конкретно о композиціях, посвященных Дню пам'яті жертв Холокоста, то, звісно, говорити треба молодіжі об этом. Поскольку возрастное поколение или те люди, которые находятся в материале, они и так знают все, о чем мы говорим. Единственное, что мы делаем, это мы обрабатываем в художественно-поэтическую форму те мысли, которые доносятся со сцены, и они всем знакомы. А вот молодежь, да, к сожалению,
по ряду разных причин не совсем осведомлена об этих событиях, и ну, многие даже предположить не могут уже вот сегодня, что такое могло быть или вообще было в истории. Поэтому, конечно, вот с этим спектаклем «День памяти жертв Холокоста», ко Дню памяти жертв Холокоста мы объездили несколько школ, где выступали в рамках классных часов, посвященных этому событию, и это были ученики 7-10 классов. Вот это, наверное, цільова аудиторія. А як сприймали доволі молоді люди таку серйозну виставу, такі серйозні речі, такі серйозні слова, які вимагають не тільки не простого сприйняття, а ще обдумування і певної реакції? Но мы, если честно, немножко как бы, ну, так тревожились выходить на зрителя, где только подростки. Когда подростки находятся среди взрослых, то они и себя ведут более-менее нормально в том плане, что они сдержаны. Когда они чувствуют себя в своей среде, то, конечно, это волнительно выходить на такое большое количество людей. Хотя, с другой стороны, я понимал, если как бы посмотреть спектакль полностью, да, то основная масса актеров – это ребята их же возраста. И они несут те же мысли, которые несет сегодня современная молодежь, просто немножко в другом ключе, да. И когда на протяжении нашего спектакля, да, смотришь в глаза, в любом случае общаешься, то находишь неимоверный отклик и понимание того, что происходит. Единственное, что они все были просто с немым выражением лица из-за финала этого спектакля, когда открывается как бы вся, ну, вся, скажем так, трагедия этих событий, да, вот они подходили потом после каждого спектакля, подходили, спрашивали, это на реальных событиях, это было ли это, или это вымышленный спектакль, приходилось объяснять им, что да, вот такие события происходили, было просто непонимание. То есть они до сих пор не могли понять, как это позволили. Как это можливо. Да, как это позволили, вот. Но, конечно, ответа на это мы, к сожалению, не найдем. Но говорить о том, что это было для того, чтобы этого не произошло, нужно. И нужно говорить именно молодежи. И мы очень надеемся, что, по крайней мере, та часть людей, которые мы успеваем донести эти мысли, поймет и будет знать. Я вам дякую за відповідь і дякую за роботу. Хочеться поговорити і про акторський склад, і про інші вистави. Тому ми підемо вже далі. І у нас іще є відеофрагменти. У вас є ще інші традиції. Ви готуєте не тільки одну виставу на рік, а й декілька інших вистав. Вони також присвячені певним дням. И они совсем иного плана. Да, но если говорить о полноценной масштабной работе театра и спектаклей, то самую большую, самую полномасштабную, скажем так, премьеру мы готовим всегда к концу календарного года, в конце декабря. По еврейскому календарю отмечается самый светлый, самый радостный праздник. Праздник Ханука называется, праздник Победы, праздник Чуда, праздник Света. И к этому событию мы всегда дарим полноценный наш спектакль. Конечно, настроение праздника совсем другое, поэтому и жанровая основа наших спектаклей другая. В основном мы берем комедии. Это могут быть музыкальные комедии, лирические комедии, может быть, сатира. Все зависит от того, какой материал мы возьмем. Что касается участников нашей театральной студии, то в основном это молодежь в возрасте от 14-15 до 26-27 лет. Это как бы тот основной контингент, который, скажем так, костяк актерской труппы. Но, конечно, все зависит, есть такой режиссерский термин, да, обоснование выбора спектакля, в который тоже входит, скажем так, раскладка по ролям. Моя цель как режиссера — выбрать ту пьесу, которая будет подходить максимальному количеству актеров для того, чтобы были задействованы все участники. Вот. Но те, на кого не находятся ролей, те тоже нас не покидают, им находится и другая работа, поскольку мы все работаем над постановкой, над спектаклем, над его выпуском, независимо от того, какой объем работы у каждого участника. Но вот к Хануке уже 7-й год подряд мы выпускаем полноценный масштабный спектакль, комедию. Ну а на протяжении года есть определенный ряд событий, которые требуют, скажем так, художественного оформления. Тем более, так как мы общество еврейской культуры все-таки, то у нас есть и танцевальный коллектив, и вокальная студия, и театральная студия. И моя задача как режиссера в какие-то моменты объединять все эти
студия, да, для того, чтобы делать театрализованные концерты, и ведущими на них являются участники моей театральной студии. Ну, в общем, жизнь у нас так на протяжении года бурлит, но вот именно спектакль... Не можна не звернути увагу на виставу «Моя кошерна леді». Давайте подивимося фрагмент, а потім про неї поговоримо. Доброе утро, сынок, уже завтракаешь? А Лиза? Лиза ушла. Надолго? Вообще ушла. Ее, между прочим, своя жизнь. Ты в своем уме? Люди, посмотрите, такая девушка, он ее упустил. Мама, где твоя логика? Ты же всю жизнь хотела, чтобы я женился на еврейке. Хотела, шмотела, а теперь расхотела. Женишься на еврейке, будешь всю жизнь мучиться, как твой отец. Ну правда, Марк, она уже без 5 минут еврейка. Осталось купить дубленку и все. Мама, как ты не можешь понять, что я не хочу жениться ни на ком. Ни на русской, ни на еврейке, ни на цыганке. Вообще ни на ком. Что ж ты так и будешь всю жизнь один? Почему один? У меня есть любимое дело, друзья, девушка, наконец. Я говорю о самой главной, единственной. Вот моя единственная. Новый пигмалион нашелся. Может, ты ее еще и оживишь? Может, я оживлю. Так я скажу. Отец был мишигинер и сын мишигинер. Счастье, что у меня нет внука. А то бы он был двубортный мишигинер. Зовсім інша вистава, зовсім інший настрій, зовсім інший текст і зміст. Да, но конкретно этот спектакль, это вообще считают визитной карточкой нашей студии, поскольку... Досталися навіть до Бернарда Шоу. Да, да, так и есть, да, но это Аркадий Хайт добрался до Бернарда Шоу, а мы уже до Аркадия Хайта и поставили этот спектакль. Дело в том, что это мюзикл, это единственный наш мюзикл, где мы отдельно работали с хореографом, отдельно работали с композитором, который писал музыку под этот спектакль, и это была такая очень кропотливая, очень тонкая работа, поскольку ни я, ни ребята, которые были актерами, к мюзиклам не имели никакого отношения, кроме как их смотреть. Вот, когда мы начали его готовить, это было достаточно так кропотливо сложно, но тем не менее, скажем так, результат этого труда, он был колоссальным, и с этим спектаклем мы объездили всю Украину, и везде нас принимали на ура, и как бы самое такое, самое радостное для нас событие было, что даже киевская искушенная публика, к которой мы привезли этот спектакль, очень тепло отзывалась о его постановке и вообще о настроении, которое нам удалось создать. Мы возили этот спектакль в Киев в рамках фестиваля «Блуждающие звезды», посвященный творчеству Шалома Алейхема, и там было очень много театров, достаточно таких и профессиональных, и аматорских, но очень качественных, и практически все мы ходили друг к другу на спектакли, и на нашем спектакле было тоже очень много представителей разных городов, и с театральной сферой, и с культурной, которые очень так хорошо и тепло отзывались о нашей постановке, поэтому это такой наш один из самых любимых спектаклей, ну и, наверное, такая... Візитка. Вот, это вот. Так, от я хотіла запитати про нагороди, а ви прочитали мої думки. Як, да. Яка ваша у вас є подорожі були, були участі у фестивалях та конкурсах? Яка найпам'ятніша нагорода для вас? Ну, от, саме запам'ятаючеся, це от те, що я сказав, це от «Мандруючі зірки» з фестиваля в Києві. Вона просто, ну, самая дорогая нам, поскольку вона, наверное, самая сложно доставшаяся. Если можно так сказать, ну да, можно. Потому что для нас это был вызов, для нас это был такой эксперимент поехать со спектаклем, с достаточно молодым коллективом на такой очень, ну, это как бы в культурных кругах, это очень стоящий фестиваль, и у нас было такое достаточно, ну, нервозное состояние. Я уявляю выходить себе на эту площадку, но... Але вы сами прагнули до этого. Да, конечно, конечно, мы сами решили поехать, мы поехали, и выходя на сцену, мы уже не думали на самом деле о всем пафосе или значимости происходящих событий, мы выходили дарить людям радость, и, наверное, получилось, поскольку все очень хорошо нас благодарили. Вот, поэтому, да, это самая такая для нас знаковая награда. За эту же кошерную леди, вот, мы были награждены дипломом кращих хореографічного оформлення вистави на фестивалі «Южные маски», на театральном мюзикл, фестивалі. Мюзикл, є мюзикл. Да, да, тут как бы никуда не денешься, но на самом деле я... Хочу отдельно поблагодарить хореографа и композитора этого спектакля, поскольку это было трио, ну, я и вот они вдвоем, это было такое трио, которое там
два месяца изо дня в день, и ночами мы компоновали этот спектакль так, чтобы он был в едином стиле. И, ну, это их заслуженная награда, конечно, я нисколько не умаляю их достоинства в создании этого спектакля, поскольку он и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, в Кривом Роге, где мы только не были с этим спектаклем, и в Кропивницком. Везде. Я обожнюю Бернарда Шоу «Пігмаліона», але вчора переглядала знову ж таки вашу інтерпретацію, да. Ну і хайтівську, і отримала масу задоволення просто. І в мене виникло запитання, але я його поставлю після іншого фрагменту. Ми подивимося зараз фрагмент з вистави «Об'єлся груш». Чего ты на весь дом? Нюрка, зови меня Аннет. Да ладно, все свои. Мишель, вы помните Нюру? Привет, Миша. Привет. Ты все такая же. Ты тоже не меняешься. Ну, уже болят ноги, трудно ходить на высоких каблуках. Ты какими судьбами? Ты же в Израиле. Ничего не сказала, не позвонила. Хотела сделать сюрприз тебе и Густаву. У него же сегодня день рождения, я ничего не напутала. Нет, только он умер. Как? Почему не позвонила? Ну, тоже хотела сделать сюрприз. Когда? Сегодня утром. Объелся груш. Он там. Боже мой, бедный Густав. Он уже, наверное, на небесах со своими грушами. На каких небесах? После того, как он оставил меня с Луизой без копейки. Как? Поев груш, оставит без копейки? Сколько же они у вас стоят? Дорого, но он разорился. Бедная Кэт. Как же ты теперь? Ищу преемника. Дивимося фрагменти з вистав, які готує щороку театральна студія «Ноек». І у мене до вас запитання, Олексію. У всіх, скажімо так, виставах ось такого розважального плану, я не знаю, що ви відзначаєте спільного, але я побачила спільне – це своєрідний єврейський гумор. Притаманна ось така жорстка самоіронія, яка не у всіх народів є. У грузинів є багато анекдотів про, або про грузинів є багато анекдотів, про тонкий англійський гумор є, є і про інші, але такої жорсткої самоіронії, мабуть, немає ні в кого. Як ви ставитеся до цього і як її сприймають ваші глядачі і ваші актори? Да, то, что касается еврейского юмора, это вообще отдельная тема для разговора, и, конечно же... Вы погоджуетесь зі мною, чи можете выправлять? Нет, вы очень правильно говорите. На самом деле, не вы одна это заметили, и об этом написано очень много книг, и как бы и есть и научные книги, почему именно еврейский юмор выделяется настолько своим своеобразием, прежде всего, своей тонкостью в некоторые моменты, и самое интересное, что евреи в основном смеются над собой. Над собой, да. И есть очень много литературы, по этому поводу, и я тоже ее изучаю и интересуюсь, да, но есть предположение, что если бы не еврейский юмор, да, то евреев вообще бы не было, потому что только тот народ, который познал столько страданий, на самом деле, мог спастись только благодаря юмору, и из-за этого он выкован, он отточен, этот юмор, настолько, и он генетически передается из поколения в поколение, что ему даже уже не приходится учить. И те люди, которые шутят, они даже не понимают, что, ну, евреи, я имею в виду, которые вот такие колоритные евреи, которые одесские, да, как принято у нас там говорить, которые так разговаривают, но ты просто рядом с ними стоять не можешь, ты смеешься, поскольку для тебя это очень смешно, а для него это манера разговаривать, он так общается. И вот это их такой образ жизни, и, конечно, вот эти концентрированные шутки, которые берутся из жизни и перекладываются в литературную основу, которую потом мы берем и используем в наших спектаклях, то работа над ними, она доставляет неимоверно колоссальное удовольствие, поскольку первые там 5-6 читок самой пьесы мы просто сами умираем со смеху и каждый раз находим новую и новую шутку и где-то какие-то новые тонкости. А как воспринимают этот юмор? Ну, по-разному на самом деле, поскольку те, опять-таки, люди, которые немножко постарше, да, которые больше, скажем так, находятся вот в понимании именно еврейской жизни, еврейских тонкостей, то, конечно, для них это очень смешно, но есть и очень много... Не ображаешься. Нет, ни в коем случае. Ну, и, честно, я ни разу не слышал еще, чтобы подошел кто-то из участников и зрителей наших спектаклей и сказал, что мы где-то там перегнули палку, поскольку...
ну, во-первых, я стараюсь максимально корректно подходить к каждому отрывку, ну, а во-вторых, как бы, это наш юмор, поэтому... Крім висміювання якихось недоліків в характері, цілого, притаманних цілому народу, так, у ваших виставах дуже тепле ставлення до загальнолюдських цінностей, які також у величезній мірі притаманні саме єврейському народу. Це і, зокрема, сімейні цінності. От ще у нас один є фрагмент, я сподіваюся, ми встигнемо його подивитися, розморожений. Це мені здалося, що саме ось ці такі загальносімейні, загальнолюдські сімейні цінності, які у єврейському народі на дуже високому такому рівні і на найвищому постаменті. Мы записали программу 2 часа назад, а сейчас ее прямиком из канцелярии главы правительства. Кто вы и чем мы вам обязаны? Я Равин Ицхак Зусман, руководитель специальных программ канцелярии главы правительства. И сейчас занимаюсь этим размороженным, о котором вы все только что слышали. Как интересно, Рав Зусман. И что же этот размороженный сможет, как и мы, есть, пить и ходить? Как он войдет в нашу действительность? Ведь для него это может быть огромным ударом. Простите, потом... мадам, но у меня мало времени. Вас, возможно, удивила фамилия этого размороженного? Но мы не слышали его фамилию. Наша дочь выключила телевизор как раз в этот момент. Так вот, его зовут Хайм, а фамилия Шерман. И что? Он Шерман, я Кальман, вы Зусман, и что? А то, что девичья фамилия вашей супруги Шерман. И размороженный является ее родным прадедушкой. Отже, сімейні цінності і не тільки у літературно-музичних композиціях театральної студії «Ноек». Да, но в каждом спектакле мы стараемся выявить какие-то вещи, которые мы хотим донести, и, конечно же, это те ценности и семьи, и дружбы, и любовных взаимоотношений, и сохранение каких-то ценностей еврейского народа, традиций и так далее, это то, что закладывается в первооснову каждого спектакля, а уже потом обрамляется каким-то юмором, образами и так далее, поэтому, ну вот уже на протяжении 7 лет мы как театральная студия несем эти ценности нашему зрителю, и очень надеемся, что они находят отклик в их сердцах. Ваші вистави можна подивитися безкоштовно. Да, конечно. І всім бажаючим. Да, с удовольствием мы ждем всех в Николаевском обществе еврейской культуры. Наваринская, 23/1. Это адрес Николаевского общества еврейской культуры. Приходите, смотрите, ищите нас в интернете. У нас есть сайт на Ютубе, канал на Ютубе, есть страница в Фейсбуке. Находите нас, следите за новостями и приходите к нам в гости. А я дякую усім глядачам за увагу. У цей суботній вечір і прощаюся до наступних зустрічей в ефірі за тиждень.